В Сыктывкаре из окна выпала двухлетняя девочка. Проводится процессуальная проверка, сообщает Следственный комитет. Все произошло на улице Морозова. Ребенок упал со второго этажа. Его вес не выдержала москитная сетка. В результате девочка получила травмы и была госпитализирована. Сейчас она в реанимации. Ее состояние средней тяжести. Напомним, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей, тем более у раскрытого окна. Москитная сетка дает только видимость ограничения. А на самом деле она не способна удержать вес даже крохотного ребенка. Родителям нужно позаботиться о специальных фиксаторах на окнах. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.